Воровство из садовых домиков и кражи велосипедов – традиционные весенне-летние преступления. Злоумышленники пользуются невнимательностью горожан и похищают их имущество. Так, например, на улице Зернова неизвестный украл велосипед марки «Форвард Апач». Жители находились за территорией Сарова, приехали с дач. Велосипеда на месте не оказалось. Однако велосипед был не пристегнут и просто стоял на лестничной клетке. В садоводческом обществе Заветы Мичурина злоумышленники украли металлические бочки и несколько кустов смородины и малины. Предварительно ущерб совместно с бочками и кустарниками составляет около 30 тысяч рублей. Каждый куст заявитель оценивает около 2 тысяч рублей. На дорогах за неделю произошло 15 ДТП. В двух пострадали люди. На перекрестке улиц Зернова-Кирова водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Госпитализирована она. У нее перелом костей правой голени и ушиб волосистой части головы. На улице Силкина водитель «Шевроле» не уступил дорогу автомобилю «Инфинити». В результате ДТП пассажир «Инфинити» получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.